самая беспощадная категория бытия, так говорил Дзержинский. 100 лет назад, в 1917 году, Дзержинский был назначен председателем Всероссийской чрезвычайной комиссии при Совнаркоме РСФСР по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Тем самым он стал основателем спецслужб. Вместе с тем он активно поддерживал НЭП, занимался развитием железных дорог, почтовой связи, стал участником индустриализации, создал самый передовой в мире металлургический комплекс. Он создал систему детских учреждений, приемников-распределителей, детских домов, коммун, где детей не только кормили и одевали, но давали им образование и путевку в жизнь. Событий нет никакой натяжки. Это наша история. История Вятского края. Именно здесь, в Вятской губернии, отбывал свою первую ссылку Феликс Эдмундович Дзержинский. Именно сюда, в 1919 году, он вместе со Сталиным приезжал спасать положение на Восточном фронте. Сегодня исполняется 90 лет с момента подписания декрета о Красном терроре. Как вы думаете, почему сегодня об этом не говорили? Вот сейчас можно много говорить или оспаривать те или иные исторические события. И судить об этом, естественно, могут только те люди и те документы, которые составлены, которые имеют. То, что это был настоящий патриот государства, то, что он действительно болел душой, это да. А вот все эти домыслы и говорить о красном, белом терроре, это гражданская война, это трагедия. Так что сейчас говорить, кто прав, кто виноват, могут только небеса. Вот уже на протяжении более чем 100 лет мужественные, самоотверженные люди защищают нашу страну от проявлений терроризма, преступности, защищают государственный строй. И в самом начале стоял Феликс Эдмундович Дзержинский. Дзержинский – это ум, честь и чистые руки. Угу. Поэтому все эти вот рассказы о терроре и прочее, это все вымыслы, откровенно говоря. Потому что террор был со стороны белых, и были ответные меры со стороны, как говорится, красных. А судить сейчас и приписывать Дзержинского какие-то… Вообще-то он вообще не участвует во всех мероприятиях. В общем, он мало руководил, он в основном занимался вот этим, ну, хозяйственными делами, промышленность, вот, в основном железная дорога, вот, говорили все так, его основная это была работа. Он сгорел на работе с чистыми руками и светлой головой.